Добрый день, дорогие друзья! Сейчас я проведу для вас мастер-класс в технике аппликация ананас. Для данного мастер-класса вам понадобятся вот такие шаблоны. Это хвостик ананаса, вы можете вырезать его из картона любой формы. И сам овал ананаса. После того, как заготовим шаблоны, вам понадобится разноцветная бумага, а вернее два цвета, зеленый, желтый, ножницы и клей. Начнем мы с того, что вырежем 9 ананасов, обведем наш овал 9 штук и начнем вырезать. Итак, наши овалы готовы в количестве 9 штук. Теперь мы поступим точно так же с нашими хвостиками. Обводим наш шаблон на зеленой бумаге и вырезаем в количестве 9 штук. Все мы вырезали. Теперь приступим к складыванию и склеиванию. Берем наши овалы. Каждый, все 9 штук мы складываем пополам. И каждый хвостик ананаса также мы складываем пополам вдоль. И приклеиваем к наружной части тыльной наш хвостик. Старайтесь приклеивать одинаково. Вот такая открыточка должна получиться.